Игорь Катасонов занимается обслуживанием компьютеров. Свою компанию он основал 6 лет назад. Его бизнес малый. В фирме сегодня 5 сотрудников. Работают они в Москве, а хотели бы в Видном, но уже год не могут арендовать помещение. Говорят, цены зачастую выше столичных. Помещение в старом городе найти практически невозможно. Если возможно, то это порядка 1,5 миллионов в год, что, соответственно, для начинающего бизнеса нереально подъемная сумма. Где, как, у кого спрашивают? Спрашивать о своих проблемах предприниматели могли одновременно областные и районные власти. Вместе с заместителем губернатора на вопросы бизнесменов отвечал Олег Хромов. Получение детальной информации обеспечивали сотрудники контрольных служб. Они были специально приглашены для того, чтобы, если возникают какие-либо вопросы, например, как это было с налоговой инспекцией, с Министерством строительства, с Госстройнадзором, то можно было бы сразу же в рабочем порядке эти вопросы снимать. Снять вопрос строительства нового помещения на территории коксогазового завода удалось его представителю. Он поинтересовался, действует ли полученная несколько лет назад экспертиза, она необходима для стройки, и получил утвердительный ответ. О проблеме медленного согласования новых объектов в областном правительстве знают. Там даже придумали для нее специальное название. Как мы их называем для себя, обидные проблемы, да, это, естественно, проблема подключения к инфраструктуре, это проблема сроков получения разрешительной документации на стройку, когда у инвестора есть и проект, есть деньги, есть желание строить, и в этом отношении задержка происходит просто из-за достаточно длительных регламентных сроков согласования документации. И здесь, естественно, мы и работаем, мы продолжаем работать над снижением, упрощением самой процедуры. Упрощать процедуры и снимать барьеры для предпринимателей – это инициатива губернатора Подмосковья. Часть этой программы – регулярные встречи глав муниципалитетов с бизнесменами. Следующая запланирована у Олега Хромова на 8 сентября. Алексей Пименов, Константин Брылов и Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.